Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников, знакомиться немножко с их биографиями. Константин Александрович Трутовский, русский жанровый живописец, иллюстратор произведений Гоголя, Лермонтова, Крылова. Автор картин, посвященных жизни Малороссии, академик Императорской академии художеств, член Королевского бельгийского общества акварелистов, автор первого известного полотна Достоевского, окончившего в чине подпоручика офицерские классы главного инженерного училища. Трутовский Константин Александрович, живописец, жанрист, получил начальное образование в одном из частных учебных заведений Харькова. В 1839 году был привезен в Санкт-Петербург, определен Николаевское инженерное училище. Еще в бытность свою там высказывал большую любовь и способность к искусству. Я цитирую Википедию. Окончив в 1845 году курс этого заведения и его офицерских классов, оставлен при нем в качестве репетитора и стал усердно посещать классы Императорской академии художеств. Считался учеником профессора Бруни и готовился быть историческим живописцем, хотя чувствовал в себе влечение предпочтительно к жанру. Вышел в отставку и поселился в деревне в Курской губернии, лишь иногда являясь в Москву и Санкт-Петербург с рисунками и картинами. Получил от Академии художеств звание свободного художника. За картину «Хоровод в Курской губернии», которая находится в Третьяковской галерее в Москве, Академия возвела его в звание академик. Позднее это произведение с большим успехом экспонировалась на Всемирной выставке в Лондоне. С 1871 по 1881 год служил инспектором Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Трутовский отличался чрезвычайной творческой плодовитостью. Картин, акварелей и карандашных рисунков исполнено им несметное количество. Кроме сцен украинской простонародной жизни, он изображал типы и нравы мелких помещиков, выказывая в этих изображениях свою тонкую наблюдательность, остроумие и нередко поэтическое чувство. К сожалению, недостаточной полученной им художественной подготовки и привычки, особенно в последнее время, работать спешно, не справляясь с натурой, во многих случаях уменьшает достоинство его хорошо задуманных и ловко исполненных произведений. Картина находится в Государственном русском музее в Третьяковской галерее в Москве. Умер в возрасте 67 лет в 1893 году. Ну вот так вкратце из Википедии о Константине Александровиче Трутовском, жанровом живописце, иллюстраторе. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работы.